Что для вас калий-марафон? Для меня калий-марафон – очищение и приведение себя в гармонию с собой. Проживание эмоций, моментов, людей. Пробуждение по утрам. Радость. И вообще я очень счастлива. Спасибо. Да, рано, это интересно, так вот открытие. Открытие себя какой-то новый. Знаешь, это испытание себя, проверка на вшивость и куча-куча заданных вопросов с ожиданием, что они решатся. Для меня калий-марафон – это обратный отсчет. Когда минус день, минус два, минус три. Почему? Потому что всегда очень страшно смотреть в глаза своим страхом, а в первую очередь страхи такие, как я буду вставать, как я буду делать, вот все, как это все будет, вот даже на уровне вот этого. И в глаза смотреть своим страхом очень страшно, но это дает и силу идти вперед, и поэтому для меня калий – это обратный отсчет. Thank you.